Камера Pocket Cinema Camera 6K G2 имеет матрицу формата Super 35 с доступным динамическим диапазоном 13 ступеней и двойным нативным ISO. Она снимает разрешение 6K, получила возможность прямой записи на внешние SSD-накопители через порт USB-C. Кроме того, Blackmagic Design обновила прошивку для линейки Pocket Cinema. Главным улучшением стала возможность сохранения метаданных встроенных гироскопов. Коллеги, как вам эта новость? Отлично. Blackmagic прислушались наконец к жалобам пользователя. Они добавили автофокус, который хорошо работает. Это при весе и конструкции камеры это немаловажно, так как неудобно вручную настраивать фокус. А при всем при этом отличная цена, то есть 2500 долларов на рынке по сравнению с теми же Canon аналогами или Sony Red, которые стоят 5-6 тысяч и выше, то есть это прекрасный его функционал, то есть это до 60 кадров в секунду при разрешении 6К, до 120 при разрешении Full HD, ну и на проходных разрешениях 24, тоже от 24 до 60 кадров в секунду.